вход в притвор. У каждого прохода в храме были ворота, за исключением входа в притвор, здание, в котором располагались святилище и святая святых. На нем висел лишь занавес, но без створок ворот. Помимо этого, и его высота, и ширина были вдвое больше высоты других входов храма. Так об этом говорит Мишна. Все входы и ворота, которые были там, высотой в 20 локтей, а шириной в 10 локтей, за исключением входа в притвор. У всех входов, которые находились там, были двери, кроме притвора. И также об этом пишет Рамбам. Вход в притвор был высотой в 40 локтей и шириной в 20 локтей, и не было у него ворот. Мидраш говорит, что Всевышний будто сказал народу Израиля: «Раскройте мне проем с игольное ушко, а я раскрою перед вами вход соразмерный входу в притвор». Когда еврей старается и стремится открыть для Бога, пусть даже небольшой проем в своей жизни, то и он со своей стороны раскрывает для него проем безо всяких ворот, давая свое безграничное благословение. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.